Мариуполь занимает одно из первых мест в Украине по объемам выброса вредных веществ промышленными предприятиями. Ежегодно в окружающую среду попадает более 300 тысяч тонн отходов. Согласно Розе Ветров, а в данном регионе преобладают восточного и юго-восточного направлений, в основном все газообразные вещества приходятся на самые густонаселенные районы города. Пылегазовые выбросы предприятий формируют над городом тяжелую темно-фиолетовую дымку, содержащую вредные примеси в концентрациях, во много раз превышающие предельно допустимые. Туристового водорода, аммиака, формальдегида, окиси азота, параза, бензопрена и сероводорода в 6 раз, фенола в 17 раз.